Жители Тверской области написали за текущий год в Банк России почти 1500 жалоб на кредитные организации. К слову, это на 13% меньше, чем в прошлом году. Тем не менее, касались они одних и тех же проблем. Больше половины обращений связаны с банковскими картами и банкоматами. Не устраивало клиентов навязывание дополнительных услуг при потребительском займе или автокредитовании. Чуть меньше жителей региона жаловались на деятельность страховых и микрофинансовых организаций. В частности, вопросы затрагивали такие темы, как взыскание за просроченный платеж или, например, неоплаченные задолженности.